Сегодня в видео расскажу я о магнитофоне приставки Маяк 231. Стрелочные индикаторы. Подсветки не было, подсветку сделал мастер сам. То есть такого в базе нету. Панель управления. Прослушивать будем через усилитель Радиотехника. Колонки S90. Магнитофон прошел профилактику полностью, все функции работают, заменены детали, которые пришли в негодность или как-то работают не так. Продаваться будет на аукционе мешок, так же как и другие мои Радиотехника, Кумир. Пожалуйста.